Предстоящее празднование Дня города, темпы вакцинации и ремонт подъездов – темы, которые обсудили на еженедельном общегородском совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина. Так, за 4 года в Химках из 3800 подъездов отремонтировали 2200. В этом году ремонт завершат еще в более чем 400 парадных. Дмитрий Волошин дал распоряжение ускорить процесс и не растягивать ремонт подъездов еще на несколько лет. Мы даем деньги, и город, и правительство Московской области, и губернатор, то есть на это дают деньги, на ремонт. Вот я хочу понимать, ну не только я, и жители все хотят понимать, то есть я же в лице жителей говорю, а когда вот эти 1221 подъезд будет сделан? Значит, я вам поручаю за сентябрь месяц и за октябрь, давайте вот до 1 ноября возьмем срок, проработайте, и нам в начале ноября выходите с докладом, значит, с приглашением сюда в зал директоров управляющих компаний, к нам на оперативное совещание, тех, кто не хочет заниматься этим ремонтом. И давайте посмотрим, у нас там 40 управляющих компаний. Менее 10% осталось до выполнения плана вакцинации в Химках, отметила заместитель главы городского округа Ирина Теслева. Прививку первым компонентом сделали более 115 тысяч человек. Второй компонент получили уже более 90 тысяч жителей Химок. Ожидается, что активность вакцинации увеличится к началу сентября, когда закончится сезон отпусков. И по-прежнему работают, естественно, пункты вакцинации во всех поликлиниках. Продолжаем работать в торговом центре «Мега». Количество заболевших у нас стабильно меньше, чем количество выздоравливающих. Еженедельно мы фиксируем. На 500 коек у нас занято только 60-65% наших ковидных коек. Но, тем не менее, это снижение не говорит о том, что нужно расслабляться. В этом году на праздновании Дня города химчане смогут поучаствовать в мастер-классах, а также попробовать угощения национальных кухонь. Концертные и культурные программы пройдут во всех парках и скверах, отметила Ирина Теслева. Украшением праздника станет традиционный детский турнир дворового футбола на стадионе «Новые Химки» на улице Машенцева. Соревнования закончатся матчем среди звезд российского футбола и концертом с участием известных артистов. Ну а в 10 вечера пройдет праздничный салют в 3 частях округа. Мы всех приглашаем принять участие в этом замечательном мероприятии. Приглашаем всех жителей Химок вместе со своими семьями, друзьями, с теми людьми, с кем вы хотели бы разделить этот прекрасный день вместе. Приходите, будет все достойно организовано. В этом году День города выпадает на субботу, 4 сентября.